О чистой воде жители ЖК «Восточная Европа» мечтают уже не первый год. Решение проблемы владельцы квартир ждали с момента заселения микрорайона. Технология, по которой была построена локальная водозаборная станция застройщикам, не позволяла обеспечить многоквартирные дома чистой водой. Осенью прошлого года глава округа Андрей Булгаков подключился к решению вопроса, после чего у жителей Восточной Европы наконец появилась надежда, что в их квартирах вода будет соответствовать нормам. Будем надеяться, потому что вода у нас ужасная, и у нас больше 1200 жителей, больше. Конкретное число я не знаю, но я знаю, что у нас 600 детей. Сети водоснабжения на обслуживание принял Щелковский межрайонный водоканал. Началась модернизация водозаборной станции. В данный момент на объекте работает буровая машина. Глубина бурения новой скважины уже превысила первоначально запланированные 40 метров. Однако и на глубине 60 метров чистой воды пока не обнаружено. Работы продолжаются. Вопрос на контроле как у властей муниципалитета, так и у инициативной группы жителей. Работы осложняются очень тяжелыми грунтами. Это гранит, тем более с трещинами, рвет, вот я вам покажу, шпильки, да, регулярно, как бы. Поэтому время растягивается, вот. Но работа происходит без выходных. Как мы обещали жителям, мы в кратчайшие сроки постараемся это все сделать. По контракту, заключенному администрации городского округа Щелково с подрядчиком, первый этап – это 1 августа. Плановая отметка бурения составляет порядка 170 метров. В данный момент подрядчик также выполняет ремонтные работы двух резервуаров чистой воды по 400 кубических метров каждый. Модернизация водозаборного узла позволит обеспечить водой весь жилой комплекс. Подключение к новой скважине планируется в сентябре. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.